1 сентября. Сижу, медитирую. И вдруг приходят смс-ки. Прям одна за другой. Но я хочу сказать, что, ребят, спасибо за поддержку каналу, потому что вот, как я попросил, да, о донатах, о помощи, уже собрано целых 2350 рублей, что внушает, в принципе, то есть за одни сутки, ну, скажем так, за двое, в принципе, внушает, конечно, оптимизм, что канал мой не просто не пустой, да, что есть возможность все-таки перейти на новый технический уровень будет. Как бы неважно, где я буду находиться, да, или здесь, или там в Москве, или в Бразилии, в Сан-Пауло. То есть, в принципе, как бы, ну, я просто сказал, что для того, чтобы нормально налаживать вещание, мне просто переходить надо уже как бы за те 9 лет, с 2009, конечно, обалденными скачками ушла техника. За те 5 лет, что я как бы не обновлял железо, тоже она упрыгала пару раз. Ну и спасибо, что вы неравнодушны. Это самое главное, потому что главное ощущать полезность людям, то есть нужность того, что делаешь, потому что когда нет обратной связи, конечно, сложно все это понимать, осознавать, когда тебя бросает там любимая женщина, потому что ей непонятны, да, твои фанатизм этот музыкальный, там вкладывание души вот в это вот смешное, не приносящее денег. То есть это все, конечно, добивает, подламывает крылья. В общем, мужики, спасибо вам за солидарность. Я надеюсь, это не последнее, да, что еще накапало. Я тут перечислю в титрах конкретно людей, как я говорил. Пока вот обдумаю разные конфигурации еще, ну, потому что, ну, ближе к ноябрю, как бы, когда там с приездом решится у меня. Либо я перееду, либо я не перееду. То есть там уже начнется, наверное, работа какая-то. Потому что я тут пару предложений по российским еще выдвинул бизнесом по внедрению технологий. Правда, не в музыку совсем, в область медицины. Ну, что-то тишина вот пока. Как бы никто не хочет даже людей лечить. Использовать технологии Кунаширского, звездочки Кунаширского в области там той же медицины, да. Кстати, это все на себе испытано, все эти вот шрамы горнолыжные, все эти неприятности с родственниками, там лечение от бесплодия сестры, лечение от рака матери. То есть все это использовано, испробовано. Как бы, ну, конечно, никто не даст клиническое какое-то заключение, но факт тот, что это работает, действует, как бы. И меня в этом убеждать не надо, да, я это через это сам прошел. Когда меня сбил горнолыжник просто на сноубордической трассе, я двое суток лежал просто отключенный практически от восходящего, нисходящего потока, вот благодаря звездочкам, благодаря музыке, благодаря, ну, еще кое-каким там прибором удалось это все включить и как бы вытащиться. Это я как пример говорю просто, что вопрос намного больше шире, чем музыка на самом деле. Ну, не все люди и как бы человечество это все не осознает еще. Беседовал я вот с одним бразильским профессором медицины, это во время моего визита в Москву, то есть я ему в принципе реферативно изложил мысли, его, конечно, тоже заинтересовало, но пока вот как бы контакт потерян, информация, видимо, не дошла. Полюбуйтесь на нашу красивую природу, на нашу реку. Жалко, нет саксофона. Эх, сейчас бы на саксофоне бы рок-н-роллом тут. Ударить.